на рынке, я повторяю, на Даниловском рынке. Я подхожу, масло стоит 40 рублей. Подхожу в другое место, стоит 70 рублей. И пока я прошел по рынку за 10 минут, уже цена стала 30 рублей. За полчаса я сбросил цены на Даниловском рынке. Чьи огурцы? Вот молодец, вот видите, как он быстро сообразил. Рубль 20 килограмм, видите, а я уйду, сколько будет стоить? 35. 35, вот так вот. Нормально все. Вот теперь вы поняли, москвичи? Если вы хотите, чтобы действительно за рубль 20, вы должны были проголосовать у другого. 35 килограмм. Обманули? Вот где 35 килограмм? Вот он смотрит на меня и говорит, рубль 20.